И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, NoFX. И Шимору. И мы продолжаем играть на хардкор-сервере. На прошлой серии вы знаете, что у нас был рестарт. Так вот, у нас грустные новости. NoFX погиб во время респауна. Во время респауна его убил Раптор. То есть прямо перед ним резнулся Раптор на его точке, где был откат у NoFX. И он ничего не успел сделать, его просто ударило по лицу. Также много Рапторов окружило нашу Хибару, ребята. И мы не можем подойти к ней теперь. Я не знаю, как мы будем справляться с этой ситуацией. Кстати, вы бежите там нормально? Мы, да. За тобой бомж какой-то, кстати. Мы! Кто это? Это тот же, что ли? Не знаю. Мне пофиг вообще, блин. Я первого левела. Крайне разочарован, блин. Да подожди, сейчас доделаю. Я попытаюсь прокачаться, бро. Много додошек здесь. Я попытаюсь. Я возле дома, короче. Хорошо. Раптора, надеюсь, там нет. Надо было пароль на дверь поставить. Как я об этом не подумал раньше. Да-да-да, давай-давай. Я возле дома, убери. А, подожди, сейчас-сейчас, я тебе дам права. Но Рапторов не видно, да, было, где ты бежал? Очень далеко уже. Там, где мы деревянно-каменную хибарку нашли, вот он в том месте бегает сейчас. Ага, хорошо. Давай. Давай я тебя в трайп приглашу. Господи, вот это неудача, ребята. И причем, где ты? Не знаю, возле меня какой-то бомж с копьем. И причем из-за обновления, понимаете, что произошло? То есть сам баг неприятный. Да. Так, ладно, хорошо. Что? Что мы имеем? Что? Что? А ты зайди в Tribe Manager, ты увидишь двух меня теперь. Ну да. Как интересно. А какой ты настоящий? Там разные буквы F. Да, ты сейчас с большой буквой F. А там у тебя был с маленькой буквой F. Не. Да. Трай большой. А, да-да-да. А какой из них? Господи. А хрен его знает. Они должны. Дай-ка я тебе дам права админа. Админ? Зачем? Если я умру, трайп останется на нас, и постройки останутся на нас, понимаешь? Ну да, если ты умрешь, этот же тогда, ну да, мы сейчас увидели, что глюк. Да. Да, 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 да. То есть, если один из нас умирает, то получается, постройки мы сохраним. Ну, как я понимаю. Да. Видите, ребята, не все так плохо. Но баг печальный, тебе сейчас заново нужно поедить. Ну ты сейчас быстро раскачаешься, и тебе сейчас оружие, и это все скрафчу. Угу. Одежду. У нас же много ресурсов в доме, сейчас полностью тебе комплекты сделаем. Угу. Оденем сразу, и все. Бурдючок тоже. Сейчас, 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 в доме нужно будет. Че у меня такое? Че с мышкой? Не могу понять. У меня тоже как-то странно что-то. У тебя мышка сейчас заездила? По экрану. Да? Да? Угу. А это что за глюк? Не знаю. Ой, я даже свой труп нашел, прикинь. А, ты можешь, кстати, с него подобрать? Да, я его подобрал только что. А, ну тогда тебе ничего не нужно, по идее. Я же в шоке прям. Пин-код ты не ставил еще на дверь? Нет. Надо бы. Это очень важно. А там без разницы, любой пин-код его же все равно угадывать не смогут, правильно? Да. 66-55 стоит. Блин, какая беда, ребята. Какая беда. Мясо тоже возьми в костре. Да-да-да. Ладно, я сейчас десятку возьму, будет проще. Угу. Десятку возьму. А стенок ты не все, не полностью, да, построил? Там есть одна скрафченная еще. Ну, как бы первый этаж весь вроде в стенках получается сейчас. Да. Ну, а второй мы можем просто потолки сделать, и все. Ну да, и все. Нам же главное себя защитить, по факту. Ну да. И все, нам ничего сейчас не нужно. Да. Главное себя защитить. Иначе вот. Беда. Да. Кстати, я сам заметил, что мне врезалось, ребята тоже на ютубе пишут слово «по факту». Что за фигня? What the fuck?
По факту. По факту. Я слишком часто стал говорить. Так. Тихо, сука. Дила. Я думал, раптор, прикинь. А они убежали, да, получается? Мы так бегаем сейчас, да, свободно. Они убежали. Поторопились мы, конечно же, сейчас сюда прийти, мне кажется. Они же могут здесь сейчас бегать. Единственный плюс в кроватях, получается, на хардкор-сервере, это быстро телепортироваться между ними. Голым ты имеешь в виду? Да. Единственный. Знаешь, ну да, кстати, знаешь, что я подумал насчет плота? Мы же можем на нем сейф поставить. Подожди. Не-не-не, не сейф. На каких постройках ты можешь спать и не проваливаешься? Помимо сейфа. Нету никакой. Даже через железо проваливаешься. Это у них глюк. Фабрикатор тоже проваливаешься. Ты пробовал спать на фабрикаторе? На столе, во. На смайте? На смайте, да. Не проваливаешься. Ты на нем, получается, падаешь. Мы можем построить плот и поставить туда смайте. Угу. Можем. Итак, мы сохраним себе жизнь на сервере. Как, mm-hmm. Что ты об этом думаешь? Вполне хорошая идея. Там, в принципе, хватает дофига места для того, чтобы построить плот нормально. Mm-hmm. То есть. Но плот у нас какой требует левел, получается? Я точно сейчас не помню. Сейчас посмотрим. 15-й. Близко, слышишь, бро? Очень mm-hmm. близко. Мне это нравится. Ну, идея хорошая, как считаешь? Да, вполне. Мы тогда рисковать не будем просто. Так, хорошо. Я тогда по рыбе пока поохочусь. И... раптор не убежал! Аккуратно, в речке. В речке, раптор. Я не знаю, утонул он или нет. Я в доме сижу пока. Слушай, бро, раптор может утонуть в воде? Нет, он вымежет. Он просто завис и молча сидит в воде. Посередине прямо речки. Тогда он, может, и утонет. По-моему, он утонул. Он не двигается вообще. Я думаю, не стоит проверять это. Блин, трубу бы подзорную. Слушай, какие приключения, бро. Да. Это просто офигеть. Согласен. Какие приключения, ребята, это просто... Всем советую поиграть на хардкор-сервере. Честно. Это реально выживание. Это не какое-то говно там. Как бы я не говорю, что на обычном сервере все плохо. Но здесь тебе вообще нельзя делать. Тебе нужно быть настолько внимательным. Просто пипец. Очень тяжело. Потому что вот сейчас меня, по сути, он перекрыл доступ к воде. Мы не можем заняться сейчас охотой из-за этого. Рыбалкой, точнее. Угу. Я не знаю, жив он или мертв. Он же, по идее, должен утонуть. Блин, сука. Я ж испугался. Да херня это летает. Маганиура. Стрекоза. Наспаунились тоже здесь. Опасная ситуация. Очень опасная. Угу. Так. Жив он или мертв, непонятно. Где он там? Подожди, по дну что ли ходит? Я не могу понять. А где он? Посередине речки был. Так, это рыбки. Аккуратно там. Он прям над водой был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не убили! Кто? Рыба сильная в воде, уходи, пиранья. Хер пойми, какого уровня вообще. Обалдеть. Жопа! 16-й уровень, мега пиранья. Убил. Прикинь. Бомж этот бегает тут еще. 16-й уровень, мега пиранья. Вот здесь был раптор где-то. Но он был не один, я помню, их было два. Так что будь осторожен вообще. И там йети еще спавнился, помнишь?
Ага, помню. Да, тот раптор утонул, бро, он исчез. Труп исчез. Думаю, надо тактику менять на плот. Собирать ресы на плот и на нем отстраиваться. Но нам сейчас нужно защититься. Ну и сейчас, да. Да-да-да. Да, сороковая здесь была мега-пиранья. А, чуть меня не грохнуло. Опасная ситуация. Mm-hmm. Это очень плохо. Так, хорошо, побежали дальше. То дошка 96-й, что? Что за фигня? Так, не вижу ничего. Бомжа надо шлепнуть того. А про тактику на плот, это нужно очень быстро как-то до 15-го развиваться. Но кроме наркоты, а ты ее уже делал, я сейчас в наркотики уйти не могу. Угу. Я не вижу пока быстрого пути. Развитие. Вон бегает, сука. На том берегу раптор. Или это Дила? А, это бегает этот, бабончик. Дебильный динозавр. Он же быстро томится. Что? Что случилось? Артём, тихо, не бомби. Что случилось? Умер. Я понял. Как? Ну там третий левел, не страшно. Ну да, чё ты. А как ты умер? Ты чё, дельфина пытался шлёпнуть? Не, это Дива. 68-го? Да. И чё он? Он меня напал сзади. А у меня копье об него сломалось. Что за серия такая, господи? А помнишь, меня чуть не убил Дила как раз тогда? Да. Давай, бро, резайся, сейчас прям... Ну, третий левел не это, не страшно. Кикни других нофаксов. Так, кикаем. Remove player from tribe. Remove player, все. Ребята, кикнул нофакса из трайба два раза! Давай, приходи, еда, вода, одежда у нас есть. Но, блин, а зачем ты на Дила-то пошел? Они же большого он левела. Он первый там начал. Ой-ой-ой-ой-ой, это жесть. Ой-ой-ой, я, блин, добегу ли сейчас до тебя? Ты бежишь. Ну, ты же можешь перереспиться. Да, перереспайся. Блин, я чувствую себя в одиночестве, а рядом со мной бомж ходит какой-то. Голый. Я бегу. Это просто невероятно. Так, 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 я не вижу, что там... Да господи, что с мышкой? Я не вижу, что там. Это дебильный динозавр? Он же травоядный, правильно? Кто? 48-й левел. Пачу. Паху. Пахи. Сит. Он травоядный, но он не убегает. Он бьет больно, довольно. Ну, я не собираюсь как бы с ним сражаться. Нет, я просто посмотрел. Он не будет атаковать, если в этом плане. Ну да, но сам не агрессивный, этого достаточно. Угу. У меня уже почти 10-й. Как бы я смогу сейчас защитить нас сверху. Ну, эти. А еще дверной проем же нужно будет изучить. Да. Очков главное, чтобы хватило. На этой стороне острова, за островом, есть какая-то хибарка, никому не принадлежащая. Ой-ой-ой, ребята. Мы думали, что будет все легко. Да. Изи было. Ну, оказывается, видите, даже для опытных игроков может в любой момент подкол произойти. Угу. Играть нужно просто аккуратнее, мне кажется. Очень. В любой момент может треснуться какое-нибудь говно, которое нас шлепнет. А Дила, как бы, я сейчас 3 копья буду всегда с собой носить примерно. 2-3. Тут же рандом с копьем получается. Да. Оно в любой момент может сломаться, и вот это вот неприятный момент самый. Не вижу я пока динозавров, которых могу набить. Черт подери. Ситуация крайне неприятная. Крайне неприятное. Блин, еще
патчу этот ходит. Ну, с другой стороны, пускай патчу ходит здесь, если на него раптор нападет какой-нибудь. Он хотя бы с ним побьется. Да-да-да. А раптор на него кинется. Поэтому не всех динозавров будем вырубать у дома, как мне кажется. Да. Какой-то бомж стоит здесь. Наверное, кто-то узнал, что мы здесь и пришел. Возможно. Ну, Додонька у нас есть. Ты бежишь? Да-да-да. Блин, ночь наступает. Я просто по дороге качаюсь еще. Я сейчас, наверное, покрафчу тебе армор и заодно покачаю. Не, я сейчас это, подберу труп. Так, хорошо. А костер кто у нас зажег в хибарке? Я зажигал. До смерти. До смерти. Я полный комплект сейчас это сделаю. Мне скрафтить надо только потому, что прокачаться. У меня 435 из 450. А вот штаны у нас по единичке дают. А грудь дает 0,9. Вот так вот. Так, я скидываю в доме вещи. В доме, в принципе, у нас много вещей, кстати говоря. То есть ты сразу оденешься. Единственный... Так, кожу сюда нужно сбросить. Тут семена, всякая фигня ненужная абсолютно нам. Пачу! Притомил и плачу. Так, ладно. Пойду на охоту. Ох, братан. Жестокая судьба. Да ладно, нормально. Чё. Может, тебе негритяночку надо сделать? Не-не-не, фу-фу-фу. Не, не подумай, я не расист, просто не люблю. Я понимаю. Так-так-так-так-так. Вся рыба вырублена. Додошек рядом не бегает. Это нужно бежать на Дило, который неизвестно какого уровня и что со мной будет, если... Кто бежит? Сука! Сука, что за звуки? Фу, нормально все. Я испугался, прикинь, там... Тум-тум-тум-тум-тум, топот такой. Я не понял, кто это. Уф. Гачиваться надо, блин. Крафтить по факту. Опять по факту, сука. Да, обычное слово, что такое? Крафтить. Но я сам за собой стал замечать. Фактически надо скрафтить и все. Ну... Чего? Боюсь, я боюсь сейчас просто выходить в лес. Там неизвестно, что может быть. Ну реально. Знаешь, уже начало такое у нас вот выживание, вот эти серии по выживанию. Такие все веселые, бодрые, сейчас будем. А тут уже жопку-то начинают прижимать. Притом в животные. Не какой-то нафиг игрок там. Угу, согласен. Я вижу белый лук, луч. Возле него бомж. Ой, там, да. И Дила. Да-да-да, это ты тут? Я вижу тебя. Я вижу тебя. Бегу, да. Вот, пускай бомж с ним бьется. Бомжу не помогаем. Тихо, стой. Так, чё стой? Чё ты сделал? А, дай пожрать. Спасибо. Ага. Бомж зарубил. Ой, тут ресурсы. Угу. Я взял самое полезное и все. Угу. Пусть светит. Фух, побежали, только аккуратно здесь. Где... Зря ты так по берегу бежишь. Пошли через верх, там вроде бы безопаснее было. Реально, слышишь? Даже нормально пробежать нигде не можем. Ну. Прелести вы... Кто? Дила. За мной прям. Это не тот же, который тебя бил? Не знаю. Если он 68-й, то... Нормально, нормально.
Слушай, что на тебя так все кидается вокруг, я не могу понять. Просто жесть, ребята, конвой Ноуфикса перегруженного. Эпик, это эпик. Это просто эпик. Это эпичнейшее выживание. Рекомендация играть на PvP сервере 100%. На хардкор PvP. Но, да, на хардкор PvP. Но нервы должны быть железные. Потому что бомбить от того, что ты умрешь, может очень сильно. Ну, как бы тут нужно понимать, если ты идешь на PvP сервер, ты сразу должен просто для себя уяснить, что... Ты умрешь. Да, да. И не один раз. Да, 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 стопудово. А это, нет, но это факт. Как бы я не верю в то, что там я тоже буду постоянно выживать. Тоже придет время, но когда, неизвестно. Помнишь, я тебя спрашивал еще, когда мы начинали выживать? Кто нас убьет первым? От какого динозавра? И почему-то я сразу подумал, что это будет динозавр, а не кто-то еще. Так, нужно левелок взять срочно. Надо срочно... Так, здесь этот уже добрался до нас. Паху. Там... нашел одежду? В доме. Там крайний ящик. Да-да-да. Тут много чего. Кстати, наркотики нужно сюда скинуть. Да-да-да, ты прав. Ты же можешь покрафтить все равно. А, у тебя нету сейчас. Это я могу покрафтить. А, у меня, блин, мне нужно изучить... Потолки долбаны, и проем еще нужно сделать. Может, додошку нашего убить и сожрать, пионеры? Нет, зачем? Наоборот, пусть защищает нас. Там вот этот бомжара бегает все. Что-то собирает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да... Я не вижу, понимаешь, не резается рыба, что самое неприятное. А рыба — это хорошая охота. Это отличный фарм. Додошек тоже не видно. Вот беда в этом. А далеко бежать от дома не хочется. Крафтить шапки тоже стрёмно, долго. Но надо взять долбанный 10 уровень. Подобывать рядом ресурсы, в принципе, можно подолбить. Но я ищу вариант с охотой. Вот сейчас вот реально наступают тяжелые времена именно в нашем, на нашей территории. В принципе, ты быстро вкачиваешься-то, как бы рубишь дерево, да вкачивайся. Ну да, лучше всего крафтить. Ну да, я сейчас фундаменты буду крафтить. Придется. Ну, другого варианта не вижу просто. Ну, это лучше всего. Так. Фундаменты накрафтить, и будет нормально. Да. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой, беда. Так, давай еще. Еще два сейчас левел возьму. Потом антифундаменты либо выкинуть, либо везде поставить. Надо обезопасить пляж. А, сейчас же все равно спаун есть. Я левел взял. Отлично. Левел взял и делаю потолок. И проем. Wooden wall нужен для проема. Да-да-да. А у меня Тэч Волл не выучена. В смысле? Я же выучил. Вот так вот. Выучил. Могу сделать потолок и дверной проем. Но саму дверь... Сука, не выучил. Я думаю, пока не надо. Не делай. Я уже выучил. Ну, не ставь просто. Не крафти. Скрафтить можешь, не ставь. Стенкой заделаем. А, ты хочешь перед сном стенкой заделать просто? Да, лучше так.
Кстати говоря, вариант хороший. Стеночка у нас там есть готовая одна. Мы просто выпилим. Угу. И все. Но надо покрафтить сейчас будет. Да. Докрафтить потолки нужно поставить. Фондейшены здесь везде расставлю. Чтоб мало ли. Ну, знаешь, как оградить немножко. Угу. Чтобы прям прямого респауна никакого не было. Да-да-да. На всех подходах, которые у нас есть. А то что-то неприятная ситуация. У нас там дерево, что-то еще есть у нас внутри? Да, есть много дерева, сена. Так, дерево, сено. Нам нужны сейчас потолки. А стенки больше не нужны, правильно? Да. Так, дерево есть, потолки. Два потолка как раз крафчу. Вот и отлично, как раз. И еще одна стенка у нас есть внутри. По идее. Да. Вот, заменяем один потолок. И заменяем сразу же второй потолок. О! Хорошо. Хорошо идет, как мне кажется. Мясо я взял из костра, там мясо есть? Нет, не брал. Сейчас я новое поставлю тогда, потом заберешь. Ну, я это заберу, чтобы место освободить. Да-да-да. Так, ребята, у нас все лучше уже. Мы вышли в дерево, но проблема в том, что нету двери. Так, сейчас. Сейчас. Проблема в том, что нету двери, к сожалению. Ну, дверной проем есть, а двери нет. Но дерево уже не пробить будет, ребята, с копьяца. И тот, кто хочет нас зарейдить на лоу-левелах, он этого сделать не сможет, пока не выйдет в металл. Нам нужно развиться до двери, по идее. А, это наша цель большая. Это развитие до двери сейчас. А чтобы развиться, мне нужно взять один левел и не умереть. По идее, не так много от меня требуется. Да, всего лишь. Это следующий левел, понимаешь? Угу, один левел. Просто тупо один левел, да. Блин, какое же это интересное выживание. А потом еще 4, и мы уйдем в море. Да. И потом сможем путешествовать по всему острову вообще. Где-то добывать металл, где-то добывать еще что-то. Да, по факту? Да, спокойно. Блин, ну нужно много крафтить мне сейчас, как кажется. Согласен. Крафтить надо много. Так. Так, 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 чё там? Так. Блин, проем есть, двери нет. Черт, надо было сэкономить где-то. Ну, блин, максимальный левел я сейчас могу сделать только благодаря фондейшенам. Охоты нет, понимаешь? Только фондейшены. Я не вижу другого варианта, ты видишь? Нет. Лучше всего фондейшен. Больше всего экспи, да. Просто тупо крафтить их и крафтить. Пока добываешь ресурсы. И я их выстрою просто вообще по всему этому берегу, застрою. Мы в любом случае здесь находимся только до плота. Плот очень нужен. Нет, очень скоро. Ну как очень скоро, опять же. Зависит. Ну, несколько левелов. От левелинга и спауна раптора на нашей территории. По идее. Раптор жопу не разорвет, отлично. Я даже вообще сейчас про других игроков не думаю, знаешь. Здесь, сука, реально выживание против динозавров. Да. А дерева у нас нету, да? Да. А дерева у нас нету, в том-то и проблема. Черт подери. Ну ты там оделся, то что было. Надо еще там накрафтить тебе. У меня файбера просто нет. Нужно больше ставить. Так, еще крафтинг пошел. Да-да-да, мне придется здесь вырубить сейчас все. Ну что ж, дорогие друзья, а это была очередная серия по Ark Survival Evolved Hardcore серверу.
мы столкнулись с большими трудностями на самом деле. То есть неожиданно случились ситуации вот с респаунами и прочим. Но вроде бы справляемся и, надеюсь, будем справляться дальше. Спасибо вам огромное. Не забывайте поставить большой палец вверх. А с вами был NoFX. Ишиморо. И всем до новых встреч. Пока. Всем пока.